думай, что это тачка для дрифта. Ты и двух секунд не продержишься. Возвращайся, когда соберешь реальную машину. Рано еще, Тайлер. Если хочешь гонять с дрэг-рейсерами, тебе нужна тачка для дрэга. Сайде всегда где-то рядом гонка. Погнали! Ты кто такая? Я твой водитель. На! Сможешь оторваться со мной от копов? Мне заплатили за подбор и высадку. Насчет погони не договаривались. Насчет этого мы решим. Только поезжай. Так скажешь. Надеюсь, там есть подушка безопасности. Адам-113, прошу сообщить район погони. Направляется на север, через Лейк-Сайк. Всем машинам. Внизу ясность. За погоню я беру втрое. Втрое? Что? Могу вдвое. Я вот здесь остановлюсь. Нет, ладно, втрое. Ты только гони. Принято, Адам-135. Эй! Притирай его. Ничто не сравнится с кайфом от погони, да? Что тебе это нравится? Так ведь? Я думал, ты профессионал. Хочешь за руль? Нет? Ну вот и я так думаю. Его машина еще на ходу. Принято, Адам-6. Где находитесь сейчас? Направляется на север, через Барио. Принято, Адам-1-6. Объект врезался в нас. Так. Говорит А6,
нас не видел. Хочешь по-взрослому играть? Адам 135, что у вас есть по машине нарушителя? Направляется на восток, через Бумвиль. Принято, Адам 35. Внимание всем экипажам. Готовится перекрытие дорог тяжелыми барьерами. Не знаю, что она в тебе нашла. Ты адреналиновый торчок. Не знаю, кто это. Она. Серьезно? Мне платят. Остальное не важно. Линкольн 1.30, что у вас есть по машине нарушителя? Направляется на север, через Liberty Desert. Принято, на север, через Liberty Desert. Внимание! Ушла! Их больше нет? А, слава богу. Можешь отвезти меня в свое убежище? Или еще платить надо? Это я сделаю бесплатно. Давно ты этим занимаешься? С 19-го дня рождения. Вот так день рождения. Ну а то. А чего за тобой копы-то гонятся? Дом раскрыл мое прикрытие. И меня сдал. Ты был в доме под прикрытием? Тебе точно надо поговорить с моим боссом. А как ты вообще занялась таким делом? Когда исполнилось 19, угнала полицейскую тачку покататься. О, и все? За мной потом гнались 20 машин. Хороший способ вылететь из академии. О! Ты была полицейским? Ага, бунтарство нашло. Неудивительно, что ты сумасшедшая. Сказал человек, предавший дом. Это другое дело. Твоя остановка. Отлично. Было весело. Рамиросу есть что про тебя сказать. И не только плохое. А, так ты мой таинственный благодетель. Я могу дать тебе шанс проявить себя. Что скажешь? Полагаю, у Маркуса Уира была причина свести нас вместе. Посмотрим. Отправляю информацию. Mm-hmm.
всегда. Напрямую не езжать. Надо стряхнуть их с хвоста. Договорились. Так держать, подруга! Почему такая спешка? Что случилось? Мои подружки думают, что я пудрю носик в уборной. А я выскользнула, захватив мобилу у лейтенанта. Снова дом. Они сейчас повсюду. Намечается крупное дело. Все на ушах с тех пор, как колонну ограбили. Кисунь, ты как, лапа моя? Ага. Скоро буду. Все, давай, радость моя. Кто это был? Твоя подруга? Упаси боже! Терпеть не могу эту овцу! Хоть в чем-то польза от раскрытия прикрытия. Мы неплохо справляемся, Мелик. Продолжай в том же духе. Говорила, будет крупное дело. Это ты о чем? Гонки лишь одна сторона. Есть что-то еще, что-то крупное. Ты про казино? И про него в том числе. Быстро гоняешь. Можно я буду тебе звонить, чтобы подбросила в аэропорт? Нет. Хорошо справилась, Милли. Ты красотка, Миллер. Держись, подруга! Ну что, похоже, твое задание с конвоем для Уира прошло удачно. Скоро у меня будет еще одна работа для тебя, Миллер. До связи. Эй, Джефф, как там работа? Сплошь и рядом какие-то долбанные тайны. Знать бы, о чем и к чему это все. Что, серьезно? Круто. Может, тебе отказаться? Опасно как-то. Не, интереснее, чем грабителей возить. Буду работать. К тому же, платят здорово. Thank you.
Миллер, сегодня поработаешь курьером. Нужно доставить мне кое-какие вещи. Проверь свой GPS. Надеюсь, не продукты для тебя забирать. Много остановок. Куда заехать сначала? Мне без разницы. Главное, поторопись. Есть что-нибудь для меня? Отмечаемся. Что это? Какая-то аудиозапись? Посмотрим, что на ней. На гонке прошлой ночью мы сорвали куш. Это должно успокоить людей, которые разнервничались из-за Тайлера Моргана. Хорошо. Давно пора нам расшириться. Что говорят другие банды? Это Лина Наварро. Рисковая компания и автопроцентники слушаются, а вот серебряная шестерка нет. Подожди их, босс у машин. Они передумали. Наварро устраивает все больше гонок. Еще и расширяется за пределы города. Хорошая сегодня погода, да? Едем дальше по маршруту. Джесс, так ты клиентов не наберешь. Да, давай уже. Есть, куда теперь? Простите, сэр. Босс никого не принимает. Не гони, ладно? Меня ждет коллекционер. Это что, Рамирес? Планы изменились. С ним важный человек. Важный человек? Кто? Вип из-за границы. Извините, это все, что я знаю. Да что ж ты? Надо найти следующую точку. Простите, сэр. Босс никого не принимает. Не гони, ладно? Меня ждет коллекционер. Это что, Рамирес? Планы изменились. С ним важный человек. Важный человек? Кто? Вип из-за границы. Извините, это все, что я знаю. Нельзя начинать с ошибок. А вы, ребята, неразговорчивые, да? Все, это последнее.
Миллер, ты записи забрала? Забрала. Хорошо. Срочно встречаемся. Надо послушать последнюю запись, прежде чем отдать ее. Это точно был он? Я видела, как горит его гараж. Я думала, ему хватит ума все понять. Точно он. Морган победил девчонку из ночной смены один на один. Его друг МакАлистер тоже зарабатывает репутацию. МакАлистер снова в деле? Черт возьми! Морган собирает команду для гонки. Я точно знаю. Что будем делать? Я тебе сообщу. Надо сохранить, чтобы ребят потом подбадривать. Привет, Рамирес. Вот записи. Сколько копов пришлось столкнуть в кювет, чтобы их достать? Ни одного. Редкий облом. Увидимся, Миллер. Миллер. Ты хорошо поработала курьером. Готова еще поработать? Только если ответишь на пару вопросов. Единственный вопрос, который имеет значение. Хочешь ли ты разрушить дом? И еще одно дело. Потом встретимся. Высылаю инфу. Отвези меня... Что, опять? Без вас никуда, да? Куда едем? VIP-терминал Рифта. И... Знаю. Побыстрее. Ждешь неприятностей? Она вызвала тебя. Много машин. Кого разозлил на этот раз? Я изучал происхождение машины, которую угнала твоя команда. Судя по всему, я наткнулся на что-то важное. Удачного ремонта! Это Рамирес. Я еду в аэропорт. Хорошо. Новембер проинструктирует вас в самолете. Она даст вам паспорта и билет. Миллер, жизнь Рамиреса в твоих руках. Не подведи. Куда направляешься? Не знаю. Билет дадут в аэропорту. Надеюсь, полетишь куда-то в теплые края. С моей-то удачей. Скорее в Швецию. Можно бы и без этого? Уже скоро. Приготовься. Я готов. Тише!
Эй, Миллер, когда буду в городе, может... Даже не начинай. Отлично. Сначала бандиты дома, теперь еще копы. Жить стало веселей. Я Линкольн 1.30. Преследую Audi S5. Объект направляется на север. Через Рактвей. Внимание! Линкольн 1.30 преследует машину Audi S5. Объект направляется на север. Через Рактвей. Адам 1.13. Прошу сообщить. Ой. Едет Адам, через Рафтвей. Ясно. Вас поняла, Адам 13. Говорит А-35, мы выбыли из погони. Машина не на ходу. Ясно, поняла. Машина направляется на запад. По Лейкшайд Драйв. Ясно. Внимание всем экипажам. Готовится перекрытие дорог тяжелыми... барьерами. Эй, успокойся! Машина останавливается. Говорит А-13, нам нужен эвакуатор, мы встали. Поняла. Объект направляется на север, по Lakeside Drive. Принято, Линкольн 30. Л-3, нарушитель затожди, я пошел. Ясно, принято. Внимание всем экипажам. Мы перекрываем дороги, чтобы облегчить погоню. Установлены барьеры. Направляется на запад. Солидат Драйв. Принята, машина направляется на запад. По Солидат Драйв. Я до 13, у нас машина все. Преследовать не можем. Принято. Диспетчер нас с дороги выталкивает. Свали! Я тебя достану. Принято. Миллер. Ты насчет так? Ведь не ответила. Верно, не ответила. Миллер, слушай. Мне это будут припоминать. Отлично. Сначала бандиты дома, теперь еще копы. Жить стало веселей. Диспетчер, я Адам 13. Мы преследуем Audi S5. Объект едет назад. Боже мой! Всем машинам Адам 1.13 преследует Audi S5. Объект направляется на запад. Через Рафтвей. Адам 1.13. Прошу сообщить местонахождение. Едет на север, по Долтон Драйв. Принято, на север, по Долтон Драйв. Направляется на запад, по Лейксайд Драйв. Принято, машина направляется на запад, по Лейксайд Драйв. Внимание, мы ставим заграждение, чтобы задержать нарушителя. Пока. Это твой предел? Внимание всем экипажам, мы ставим тяжелые барьеры, чтобы задержать нарушителя. Направляется на запад, в сторону Лейксайда. Принято, машина направляется на запад, в сторону Лейксайда. Адам 1.6, сообщите местонахождение. Едет на север, по карте 3. Хочешь по-взрослому играть?